Трикотаж – особенная ткань. Всегда в моде, хороша на любой возраст и вкус, универсальна для пошива одежды всех видов. Сделать ее именно такой стремятся работники Астраханского трикотажного комбината. Конечно, главное для них выработка трикотажа и пошив изделий. Но астраханцы взяли за правило самим обеспечивать и контролировать все то, что делает товар желанным для покупателя. Вот почему здесь налажена активная работа по изучению покупательского спроса. В 1981 году на комбинате будут внедрены 7 новых рисунков трикотажного полотна и 30 моделей верхней и детской одежды.